Здравствуйте, с вами ПМ Лазер. Сегодня форма тоже из той же серии, у которой линия смыкания совсем неровная. К сожалению, вот только так можно было сделать. И вот она прижимается здесь, здесь и здесь, по всей этой поверхности и сюда. Мы сейчас льем полиэтиленом. Получается вот деталька. Это без выдержки сделано, не есть провалы. Мы сейчас выдержку подольше сделаем, попробуем сделать, чтобы без провалов было. Вот, в принципе, это какая-то там чемоданная запчасть. Будем сейчас пробовать. У нее есть. Она должна вообще литься не из полиэтилена, а из степа, термоэластопласта. Здесь вот у нее есть ухики. Боялись, что они не будут проливаться, но с этими ухиками под болты все вроде нормально. Вот. Ну, пробуем. Выдержку еще немножко убрали. И сейчас посмотрим, что у нас в итоге выйдет. Вынимаем. А, застыло еще, да? Нет, застыло. Вот теперь интересно вот сравнить. Давайте. Тепленько. Да, тепленько. Сюда вот поставим. Да, и на отблеск вот эти места. Вот эти вот. Вот оно какое. Это несмотря на то, что полиэтилен, в принципе, проваливается больше гораздо, да? И вот здесь смотрим. Здесь выдержки почти не было. Вот корявая, да, видно. Вот у нее дырка здесь. Детальки. Видно, да? А здесь у нас, ну, нету дырки, скажу так. Ну, а есть там, они так не столь ярко выражены, да? У нас. Вот. С степом, конечно, все будет лучше. Спасибо. До свидания.